Всем привет, ребята, с вами снова Фрост, и сегодня я буду делать обзор игры Gunster Vegas. Начало у нас, вот с самого начала у нас идет сюжет, потом мы появляемся в городе, и тут все крушим. Как бы это как GTA, я думаю, вам точно должно понравиться, ссылочка в описании будет про все это. Просто громим все здесь, потом убиваем. То есть, смотрите, покупайте в магазине, все очень круто. Я думаю, вам должно понравиться сначала большой сюжет, но он всего лишь длится минут 10 нужен. Так, просто убиваем, на-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 на. Хоть у меня и сломана машина, тебе вот. Все. На тебе, хупа. А я восстановил свою машину, а ты лох. Цветочный. На-ня-ня-ня-ня-ня-ну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 . Поехали, ребят, на аэропорт. Убегаем. Смотрите, что делаю. Совсем. А, помогите. Что за мотоцикл, блин? Отсюда еду. На тебе, девчонка. На-на-на-на-на, кого-нибудь убивайте. Уезжаем. Надо щит использовать. Щит. Ваааа, обстреливание. Помогите. Все, ребята, помогите. Смотрите, у меня сколько всего лишь от машины осталось. Смотрите, что происходит. Что мы делаем? Помогите, блин. Аккуратно. Ну, что ты тут делаешь? Интересно, мне знать. Все, иди. Нет. Что ты... что происходит? Ай, помогите. Так. Ой, тише. Помогите, куда я заехал? Я заехал в тупик. Так, ну-ка погнали к аэропорту, ребята. Автобус зачем меня врезается? В принципе, найдем себе крутую машину. Стоять! Стопэ. Все. Выходим. Так, в принципе, здравствуйте. О, помогите. Да что ты меня убиваешь, блин? Помоги, на тебе. А, помогите, нет, сесть в машину. Сесть в эту машину. В эту машину сесть. Нельзя. Здорово, пацан. Выходи, да. Давай, пока. Добыли себе крутую машину. Так, и уезжаем. На тебе. Так, в принципе, нормально у нас все. Уезжаем. У нас сейчас вечер. Так, снова сбиваем кого-то. Ребята, это жестокая игра. Тише. Опасно. Давай, уезжай быстрее. Все, пока. Так, в принципе, уезжаем куда-то подальше. Вот, видите, как дрифт. Вообще круто. Это как практически GTA, мобильная версия. Вообще очень круто. Мне кажется, это даже лучше, чем GTA. Очень круто, в принципе, вообще. Эй, здорово. А теперь едем на аэропорт, Я знаю, вот эту дорогу надо. Сейчас она меня будет посещаться. Опа. Прощай, давай. Тебя тоже. Так, и мы едем на аэропорт. Дрифтим, в принципе, все. Поехали дальше. Через машину. Спасибо, полиция, она меня подталкивает вообще. Помощница.
Да блин, что ты меня пристал? Давай, пока. Смотрите. Так. Делаем вот так. И смотрите, что получается. А, помогите. Чё я-то? Чё я? Зачем меня? Просто идеально. Так, едем, едем, едем. Пока, в принципе, да. Постреляли немного. Так, на улице что-то тоже там что-то бибикают. Так, в принципе, едем, ребят. Если вам нравится такой вот формат, обязательно ставьте лайки. Мне кажется, он должен вам понравиться. Я думаю, как-то не очень вам смотреть, но все-таки. Поиграть-то вам лучше, ну и поставить лайк вам легче. Потому что ссылочка, еще раз повторяюсь, на эту игру взломана будет в описании. А, не. Чё, просто пустота, я никуда не еду. И уезжаем, в принципе, в аэропорт. Видите, тут аэропорт, по-настоящему можно покататься. Так, что у нас тут? Тут у нас пусто. Чё, её обновили, что ли, или чё? Просто я давно не играл. То есть вообще где? А вот. Блин, за мной гонятся, я не могу сесть просто. Да, блин. Собираем шину. А, блин, не собрал шину. А, помогите. Ага, смотрите, мы обманули. Чё за мной какая-то ещё машина? Я чё за дураки? Подожди, мне надо разглядеть. Или она так не прорисовалась, или чё? А, нет, это просто. Ага, блин. Что за, блин, дурак? Это спецназовец. А, ува. Один пистолет. Так. Прыгаем, 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 прыгаем. Используем чит. Долбим, долбим, садись. Взлетаем, взлетаем. Нет, 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 не туда. Все, летим, летим. Кто там сзади? А там никого сзади нет. Очень круто. Так. Да кто там еще сверху пуляется? Стали. Нет, там кто-то правда есть, но я не знаю. А, не надо. Вау. Полегче. Кто-то по мне там стреляет. Смотрите, просто летим на самолете. Так, красиво, красиво. Типа как круто. Жизни у меня очень мало. Ха. Ну-ка, кто там едет? Что вам надо? Нет! Не-не-не-не-не-не-не! Чуть город прям. А все, за мной уже никто не хочет. И сейчас мы прямо упадем. Смотрите, какой трюк красивый. Вау, красиво, вау, марный флаг. Смотрите. Нет, вверх. О май гад. Тише, все. Вот это по-настоящему заслуживает лайк. Забираемся. О, не смогли. Так, вперед, давай. Лодку, пожалуйста, лодку. Лодку надо призвать. Давайте мне лодку, давайте. Да-да-да, магазин. Фигня какая-то. Фигня. Не надо. Не надо мне. Магазин продолжить. Все, хватит. Да блин, что за лаганое? Все. Какое инопланетное вторжение? Не надо мне никаких инопланетных вторжений. Да блин.
Да достали, 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 достали. Окей, будем играть тогда. Конечно, жизнек у нас очень мало. Так, давайте купим. Чё, нельзя купить, правда? Так. Что на него теперь нельзя сесть? Он просто невидимый. Я в него обману. Так, давайте еще раз попробуем. Очень высокая гора. Я думаю, вполне возможно. Если бы я был в настоящей жизни, я бы забрался легко. Давай, 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 давай. Да блин, где тебе надо забраться? Давайте, в принципе, это будет последний фрагмент. Так, ролик очень долго идет. Целых 11 минут, я думаю, он вам зайдет. Очень круто. А вот здесь подъем такой. И типа сразу начинаем бомбить. Бомбить, 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 бомбить. Бомбить. О, на-на-на-на, бегаем. Что происходит? Ну-ка, дайте мне полицейский, полицейский, дайте мне да сесть. Да куда ты идешь, блин? О, уезжаем, пока-пока. Патрульный мотоцикл номер один. Уровень один. Уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа. Крутой мотоцикл. На тебе. Так, пока уезжаем. Тут есть спецназ такой. И в него можно приехать. Ой, тише, тише, тише. Давайте все это последнее будет потом прощаться. Умрем у спецназовец как спецназовец. Умрем как спецназовец у спецназовцев. Чё? Так, тут у нас магазин такой. Можно тут купить, но это не обязательно. Мы стремимся к спецназовцам. Если что, это звуки не сказ за мной гоняются. Видите, вот на карте, когда за мной гонялись, показаны были точки красные и такой красная карта. Это значит, что за мной погоня. А это от моего мотоцикла такие звуки. Если шо. Так, 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 спокойно. Ну, тише. Так. Что-то он как-то медленный. Вот, все, мы подъезжаем к спецназовцам. Может, нам удастся убежать, но это невозможно. Потому что спецназовцы все время меня убивали. Хоть что делай, хоть улетай. Потому что это спецназовцы, они как бы призывают самолеты свои. И потом будет за мной все равно убежать просто невозможно. Если задеть одной пули, кого-то одного, не каждого. Я думаю, вам этот ролик должен зайти. И вы должны поставить лайк. Так. Жалко то, что тут нельзя включать-выключать сирену. Именно выключить хочется, чем звуки не... Во! Ну и, ребят, напоследок, точно вот напоследок я вам покажу только зрителям 18+. 18+, ребята. А именно вот это. Блин, не то, а чё, 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 плюс.
А, типа туда идти. Все, все, все. Да нет, не надо. Не надо, пистолет убери. Че, куда? Че вообще? А, вот какой-то. Что это такое? А вот стрипку. Здесь мы умрем последний раз. Охранник, здравствуйте, в принципе, как дела ваши? На их очень отлично. Я тут играю, это, снимаю вашу игру. Куда-то я вышел, я не знаю куда. Да блин, достали. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ребята, на этом мы, пожалуй, закончим. О май гад, это фантастика. Ой, извиняюсь. Ну да, ребята. Всем огромное спасибо за просмотр. Вот такие у нас вот девчонки. Она какой-то чеснок поела, видимо. Ну, в принципе, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был я. Ли Фрост, всем удачи, всем до скорого, всем удачи, всем вот такая попка, пока-пока. 18+, хай.